Это программа об одних из самых опасных профессиях в мире. Их миссия – спасать наши жизни. Не спать 24 часа в сутки, чтобы быть начеку. Сегодня я спасатель. И вместе с этими людьми постараюсь показать вам один непростой рабочий день. Приближенные к реальности события, которые зачастую намного опаснее, чем все то, что вы сейчас увидите. Водолаз в поисках человека. На глубине 5 метров молодой парень. Место расположения – Тбилисское водохранилище, или, как его чаще называют, Тбилисское море. У меня уже не осталось сил. И еще, скажу вам по секрету, у меня фобия воды, поэтому, к сожалению, вместе с спасателями и с водолазами я не могу спуститься под воду, поэтому пришлось выполнять черную работу. Грести. Как мы и надеялись, он жив. Мы подъехали к химической лаборатории. Отсюда поступил вызов, что есть пострадавшие, и предварительно произошла утечка химических веществ. И мы сейчас выясним, что же произошло здесь, ребята. После того, как группа определит меры опасности, после этого мы вместе зайдем уже в более, если разрешат. Я тоже сегодня член группы, так что... Да, но пока все должно быть по порядку. Ступать за эту черту без спецодежды небезопасно. Возможно, здесь загрязнена не только почва, но и воздух. Дышать сложно. Мы с приборами индивидуального дыхания. Ходить тоже нелегко, ботинки тяжелые, а костюм не пропускает кислород. Я чувствую себя как в шоу телепузиков. Спасатели говорят, что за один вызов они скидывают по 4-5 килограмм. В этой комнате произошла утечка радиации. Еще предстоит установить, какого именно вещества. Поговорите со мной, что вы делаете? Что вы делаете? Вот здесь, в этом пакете, собраны все вредные вещества. Еще надо выяснить, это радиологическое, биологическое или химическое вещество. Это должны отнести на экспертизу, чтобы определить степень и тип радиации. Кладем ведро специальное. Мы сейчас должны выйти на улицу и сообщить службе скорой помощи, что внутри есть пострадавший человек. Здесь же, прямо у выхода из лаборатории, проводится дезинфекция. А что это за жидкость? Это вода? Это обычная вода. Так я еще не купалась никогда. Прежде чем оказать помощь, с пострадавшего снимают зараженную одежду.
за несколько минут и в полевых условиях. Это надувная медицинская палата. Именно сюда доставили сотрудника лаборатории. На вызов выходят не из двери. Я долго сопротивлялась. Потом все же рискнула и растерялась. Вторая попытка. Огнеборцы, пожарный, образ героический. Для девушек романтичный. Я, в принципе, успела только намокнуть. Пока я поднялась, все уже потушили. За секунды, за 3 секунды. Так что я абсолютно не нужна оказалась. Работа для людей мужественных, сильных и решительных. Они готовы рисковать собственной жизнью. Сегодня я в одной команде именно с ними. Скалы – это круто, а крутые скалы – это как минимум опасно. Задача – поднять наверх пострадавшего. Он сорвался со скалы. Турист выбрал не очень удачное место для съемок. Высота 18 метров. Спуститься мне помогут. Как это сделать, научат по дороге. А вот подниматься придется самой, причем не одной. Вот так, нормально, нормально. Вот так. Еще. Эти тут гайды. Так. В этот момент в голове крутится единственная мысль. Главное, чтобы трос выдержал. Меня предупредили ни в коем случае не смотреть вниз. Нужно опрокинуться на спину, как бы повиснуть в воздухе. И чуть сгибая ноги, двигаться вниз. Поверхность скалы неровная, и здесь я сама дошла до правильной тактики. Нужно подпрыгивать. Это еще даже не половина пути. Теперь нужно убедиться, что он в порядке, выяснить, есть ли ушибы и переломы, оказать необходимую помощь. Ага, я это умею делать. Челюсть, да, главное зафиксировать. Да. Иси, давай. Пустите меня пониже! Пустите! Сустав у него болит. Внутренний перелом. Внутренний перелом. Да, начнем фиксацию. Так. Так.
Ага, я фиксирую. Сейчас надо перевернуть, подожди, вот так. Вот так. Опа. Вот, все. Все? Да. Вы готовы? Теперь самое сложное и для меня, и для этого мужчины. Поднимайте! Без всяких сомнений, он очень жалеет, что связался со мной. Я всячески старалась завязать разговор. Ой, я не могу больше. Представляете? Не знаете, что сказали, что его первую любовь звали Кристина? Ну, видите, Кристина первая любовь, Кристина спасает вам жизнь. В этом что-то есть. Долго я здесь буду висеть? Поехали! Для того, чтобы работать спасателем, нужна выносливость, сообразительность, быстрая реакция и практически полное отсутствие страха. Я уже по скалам, как по земле. Работай, давай. Надо.